Отлично, парни. Последний раз вы прекрасно справились. Не осталось ни доказательств, ни свидетелей против нас. Благодаря вашим методам убеждения, они и не пискнут больше. Спасибо, босс. Мы старались вас порадовать. Но у вас это получилось. Но сегодня мы собрались по другому поводу. У Оли есть весьма интересное предложение. Ну, я виделся с парнем из Кентукки. Уильям Гейтс его зовут. Всем известно, что в Кентукки гонят лучше домашние виски. Этот парень чуть не проблевался, когда хлебнул виски, который Морелло продает здесь. А когда он дал мне попробовать эту штуку, что они там гонят, я вас умоляю! Ничего другого больше в рот не возьму. Ну так я поспрашал его насчет этого. Говорит, но проблему. Он притащит столько, сколько мне надо. Меня аж трясет, когда я думаю о бабках. Короче, я заказал грузовик пойла. Я сказал себе, если товар пойдет, можно заказать еще больше. Так можно возместить наш потерянный груз канадского виски. Мысль мне нравится. Мне тоже. Так что мы пойдем и заберем выпивку. Я уже весь извелся от нетерпения. И где они спрячут его? Они встретятся с нами на автостоянке. Мы должны быть более осторожны, чем в прошлый раз. Поедете туда на машине с двумя другими парнями. Они будут вас сопровождать по пути назад. Вы трое возьмете грузовик и пригоните его к нашему складу в Хобокене. Парни уже там, во дворе, ждут в машине. И привезите мне бутылочку. Хочется, наконец, глотнуть чего-нибудь приличного. Пусть сделано, босс. Вперед! Мы едем за лекарством. Вот, Том, это может пригодиться. Спасибо. Подождите нас здесь, ребята. Мы вернемся очень скоро. Когда мы выйдем, следуйте за нами. Потом мы заглянем на склад. Ясно, босс. Ну так, ребят, всем привет, мы продолжаем сходить. А. Так, почему я с вами здоров? Ладно. Они уже ждут вас, мистер. Пошли-ка наверх. Не понимаю, зачем, когда можно было просто... Это почти Татьяна, что ли, уже... Наверху, ага. Здорово, Билл! Рад видеть тебя снова! Здоров, Поле! Это мои партнеры и добрые друзья. Им понравилась идея сотрудничать. И они тоже любят первосортные виски. Твой товар что надо, я уверен. Ясное дело. А главное, Дону Сальери тоже все это нравится, и теперь он финансирует наши сделки. Вот первый взнос за товар. Мое почтение мистеру Сальери. Всегда рад иметь дело с такими, как он. И правильно, Билл. Ты неплохо поднимешься на этом. Если эта маленькая партия окупит себя, в следующий раз закажем намного больше. Пригнись! Что происходит? Это еще плохо. Огонь! Ты ублюдок! Черт! Как проще!
Я и не понял, что это сам, ё-моё. Вот серьёзно, ну блин, блин. Я так думал, я такой посмотрю, я думаю, посмотрит такой на меня. Я думал, это враг. Ладно, сейчас я тогда переиграю и продолжу с того момента, где мы, в принципе, довалили задание. Ребят, ну вы серьезно что ли? Вы позади меня были. Вы позади меня были. И не убедили братилика, и не убили. Что за бред? Ладно. Чё, ребят, получится с этого раза? Нет уже? Что за машина зарядка? Вот, ребята, не видно. Ну,
больше не нужен. Что это за чертовщина, Поль? Кто они такие? Откуда мне знать? Ладно, ладно. Мы не можем сидеть здесь и ждать, пока набежит еще больше. Давайте найдем грузовик и уберемся отсюда к чертовой матери. Том, ты ведешь. Я поеду сзади, на другой машине. Сейчас не могу. Собирайся в машину. Нечего здесь торчать. А что делать-то, блин? Что-то я не понимаю. А что делать-то, блин? Я, кажется, кое-что забыл. Грузовик? А где грузовик-то? Проклятие, без грузовика нам конец! А где грузовик? Я его что-то не видел, да. Ладно. Ребята, я слепой. Походу, вот он. Грузовик этот. Да не, похоже, конечно. Но я думал, он не такой будет.
прямо это поделить. И это поделить. Умирать! Осторожнее не можешь? Осторожно! Ну ты что-то не стреляешь даже ни разу, ну. Похоже, Морелло опять оказался в курсе дела, босс. Эта полоса невезения никак не кончится. Парни, вы не поверите, но все обстоит ровно наоборот. На этот
раз единственный, кому действительно не повезло, был Морелло. Что? Я выяснил, кто такой на самом деле наш мистер Гейтс. И? Гейтс никогда не был в Кентукки. Он был мелким воришкой, который украл товар у Морелло и хотел продать его нам. Морелло и не подозревает, что чуть не сорвал нам сделку. Он считает, что мы сперли грузовик самого дорогого его визги. Держу пари, этот ублюдок в восторге. Невероятно. Что ж, а ведь неплохо получилось. Давайте за это выпьем. За новые успехи, парни. Салют. В 33-м отменили сухой закон. Небось, вы не очень-то рады были, а? Золотые деньки закончились. Ну, наши были не в восторге, но особо никто не переживал. В конце концов, я женился на Саре, и у нас родилась дочь. Это было хорошее время. Бизнес, впрочем, не заглох. Во время сухого закона у нас была куча зелени, и мы вложили ее в новые проекты. Многие из них были легальными. У нас были обычные конторы. Строительные, транспортные, рестораны. Мы заправляли профсоюзами. И, конечно, оставались азартные игры, букмекеры, лотереи. На самом деле все было очень неплохо. Только пытались держаться подальше от наркоты. Хотя это и не всегда было легко. Да ну, бизнес есть бизнес, так? Вот тут ты не прав. Коза Ностра – это тебе не ирландцы с узкоглазыми. С наркотиками приходят большие деньги и гораздо большие проблемы. Если у кого-то были проблемы с копами из-за наркоты, он обычно поступал мудро, признавался. Попади он в руки своей семьи, ему каюк. Наркотики – табу. Так у вас что, еще и были специальные парни, чтобы судить? Да, вроде того. Ведущие семьи выбирали босса из боссов. Этот человек улаживал большие проблемы и устанавливал правила игры. Значит, преступники и нарушители закона располагали собственным судом. С ума сойти можно. Законы не неизменны. Золотые слова. Каждая страна в мире имеет свои. Просто тот, у кого есть власть, навязывает всем свою волю. От человека зависит, служить ли хозяину слепо или проводить собственную политику. Почему Дон должен был подчиняться? Мафия торжествовала над сухим законом со своими законами. Кучка бедных, необразованных сицилийских иммигрантов была сильнее, чем все законы, суды и полиция здесь, в Штатах. Конечно, это требовало действий. Каких убийств? Страданий, которых причиняли людям? Да ладно! Думаешь, мафия просто так убивает невинных людей? Мафия наказывает тех, кто нарушил законы. В том числе и многие ваши законы. Конечно, мы не можем никого оштрафовать, посадить в тюрьму. Каждый, кто приходит работать на нас, знает, что его ожидает, если он нарушит правила. Люди лгут, воруют, и для многих преступников любимое развлечение – спереть что-нибудь у братвы. Точно так же, как для мафиози развлечение – надувать государство. А как насчет вымогательства, грабежей и налетов, а? Эй, ну так и копы не святые. Ни один Дон не похвалит своих бойцов за то, что они обижают простых людей. Кроме того, мы не вмешиваемся в частные дела. А что до вымогательства, то большинство людей сами приходят к Дону за помощью и советом. И с радостью платят за них. Дон – уважаемый человек. Но не каждый Дон такой, как Сальери. Что да, то да. Ну вот видишь, ваша система работает, но знаешь почему? Потому что вы – банда эгоистичных убийц. И заботитесь только о собственной выгоде. Вы живете, чтобы радоваться жизни, как свинья в дерьме. Вот почему вы удачливы, потому что думаете только о себе. А мы думаем обо всех. Копы должны поддерживать закон и порядок для всех, а это куда как тяжелее. Это правда. Но Дона можешь исключить из списка своих подзащитных. Он сам о себе позаботится. А как насчет тебя? Ты-то ради чего здесь сидишь? Пицца. Ну что ж, дорогие друзья, наконец-то мы прошли эту чертову миссию. Фух, всем спасибо за просмотр. С вами был Кирилл, всем удачи и пока.